Анонс и точная дата выхода 49-й серии турецкого сериала «Меня зовут Мелек». 49-я серия сериала выйдет в эфир 20 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Мелек стала хуже, то ее положили в больницу. Халиль и близкие сильно переживают за Мелек. Каждый из них готовы все отдать, лишь бы спасти ее от этой болезни и избавить от страданий. Только никто не в силах помочь Мелек в этой ситуации. Она очень сильно удивилась, когда увидела Халиля, ведь в эту палату нельзя заходить посторонним. Халиль сказал, что он сильно соскучился и сердцу не прикажешь. Халилю необходимо было увидеть свою возлюбленную, так как он не может спать спокойно и должен постоянно быть рядом с ней. Несмотря на это, Халилю все же пришлось покинуть палату Мелек. Но он нашел другой способ для того, чтобы разговаривать с ней. И стал писать плакаты, на которых было рассказано о том, что с ним произошло, когда Халиль впервые, ведь в ее глазах всегда была надежда, и она выглядела счастливой. Халиль любит в Мелек именно надежду, а не безнадежность. Мелек тоже любит Халиля и очень сильно сожалеет, что им так поздно удалось воссоединиться. Она старается быть сильной и даже в таком состоянии не терять надежду на лучшее. Самое главное, что рядом с ней находится любимый человек. И от этого Мелек становится намного легче. Напомним, 49-я серия сериала выйдет в эфир 20 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.